204 миллиона ежегодно, такой внушительной цифры должно достигнуть к концу пятилетки производство цветов во внесезонное время в цветоводческих предприятиях Министерства жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Для этого потребуется утроить площадь оранжерей новых конструкций, в основном блочных, с производственной площадью 30 тысяч квадратных метров, и улучшить агротехнику выращивания цветочных растений. В этом выпуске мы расскажем о некоторых применяемых методах выращивания цветов зимой в закрытом грунте, основанных на передовой агротехнике, о выращивании гвоздики ремонтантной в Измайловском и Марфинском совхозах и розы в оранжереях Ленинграда. Эти культуры выбраны не случайно. Они урожайны, легко переносят транспортировку и подолгу не теряют своей декоративности после среза. Чтобы получить полноценные черенки, требуются здоровые маточные растения, которые высаживаются весной в специально подготовленную почву. Температура почвы должна быть 15-20 градусов, а температура воздуха 18 градусов. На одном квадратном метре высаживают в зависимости от зоны от 25 до 40 растений. Посадка должна быть поверхностной, без заглубления корневой шейки, ибо это может привести к развитию болезней. Сразу после посадки поливают каждое растение так, чтобы листья оставались сухими. На один квадратный метр расходуется 15-20 литров воды. Влажность почвы должна быть 50-60%, а воздуха 60-70%. Перед посадкой в почву следует внести азотных удобрений 20-30 грамм на квадратный метр, фосфорных удобрений 40-50 грамм на квадратный метр, калийных удобрений 40-60 грамм на квадратный метр. Кислотность почвы при этом от 6 до 7,3. Оранжерея с маточными растениями оборудуется установками по регулированию микроклимата и обеспечивается хорошим проветриванием. Метод дополнительного облучения гвоздики, разработанный Академией коммунального хозяйства, позволяет ускорить цветение на 30-40 дней, увеличивает урожай цветов на 20-22%. С маточных растений снимаются черенки, имеющие 5 хорошо оформленных междоузлей. Для их укоренения выделяется специальная оранжерея с подогревом стеллажей и туманообразующей установкой, создающей увлажненную окружающую среду. Черенки хорошо укореняются в перлите, который можно использовать до 8 раз, однако каждый раз его необходимо пропаривать час при температуре до 100 градусов. При посадке концы черенков обмакивают в настой из угля с ростовыми веществами и высаживают 500-700 растений на квадратном метре стеллажа. Срок их укоренения 20-22 дня. Температура перлита при укоренении должна быть 22-24 градуса, а воздуха до 15 градусов. Неукорененные же черенки без капель воды можно сохранять до полугода в холодильниках при 3 градусах тепла.
Однако заключительным этапом всего цикла является выращивание гвоздики на срез. Здесь, в оранжереях, плодородный слой земли должен быть не менее 40 сантиметров, а залегание грунтовых вод на глубине более метра. Посадка укорененных черенков производится поверхностно, с заглублением не более чем на 1,5 сантиметра. На одном квадратном метре высаживается до 42 растений с междурядьями 15 на 16 сантиметров. Первая прищипка делается на 4-е междуусле, когда у растений уже образовалось 4-5 двойных листьев, после чего из пазух оставшихся листьев выбивается до 5 побегов, выдающих цветы, а цветонос очищается от пазушных проростов. Затем в почву вносятся удобрения и микроудобрения из расчета 6 кг смеси на 1000 квадратных метров. По мере роста для поддержания гвоздики в вертикальном положении натягивается сетка. Снимают цветы с цветоносом в 5-6 междуузлей. Связывают в пучки по 20 штук и хранят в воде при температуре 5-6 градусов. За 2 года выращивания при правильном применении агротехники можно получить до 19 цветов с одного растения. Сейчас в Москве себестоимость цветка составляет 10-11 копеек, тогда как в Сочи, в совхозе «Южные культуры» 6-7 копеек. Ленинградские оранжереи. Здесь на 7000 квадратных метрах выращивают розы гидропонным методом, применяя вместо почвы инертный субстрат, состоящий из керамзита, песка или гравия, которые предварительно дезинфицируются. Специальная субирригационная установка подает на грядки питательный раствор, содержащий азот, фосфор, калий, магний и другие микроэлементы. Продолжительность цикла питания 40-45 минут. Весной и летом раствор подают 2-3 раза в день, осенью – через день, в период покоя – раз в неделю. Выгонка роз начинается в январе, и перед этим субстрат необходимо промыть водой. Растения, выросшие в таких оранжереях, лучше грунтовых, более устойчивы к заболеваниям, цветы ярче и крупнее, зацветают раньше на 10-12 дней, а затраты труда на их выращивание и себестоимость значительно ниже. Гидропонный метод экономически выгоден на больших площадях. Один человек может обслуживать здесь свыше 2000 квадратных метров. Сейчас такие оранжереи функционируют в ряде городов страны. Да, зимой мы уже не удивляемся живым цветам. Они могут цвести без летнего солнца, но они не могут жить без человеческого тепла и заботы, без того, что вкладывают в их выращивание цветоводы, работники коммунального хозяйства Российской Федерации.